анекдот для вас, мужчин. Нормальная семья, муж с женой. Мужик трудяга, все, за городом живут, там, красавчики, короче. И как-то он встретился с друзьями, однополчанами, с Вовкой, там, со своим пограничником, там, ПОшник, десантник, бухнули они. И приходит он, короче, хреново ему в 4 утра, он с пацанами же встречался. И такой: дорогая, слушай, хреново мне, дай 20 евро, вискаря куплю, накачу. Не дам. Он же не понял. Я сказала: не дам. Все. И, короче, 6 утра она ушла на работу куда-то там. А он такой: блин, ладно. Приходит жена с работы, сидит он. Поляна накрытая, вискарь стоит, там шашлычок, все. Сидит такой в хорошем настроении. Она такая: я не понял, что за хрень. Ну вот так вот, вот такая хрень. А где наши утки, я не понял, где утки? Утки на юг улетели. 20 евро в следующий раз не дашь, бараны в горы уйдут.